26 июня в Минском ботаническом саду прошел кулинарный фестиваль Taste of Minsk, где лучшие шеф-повара столичных ресторанов приготовили свои фирменные блюда. Команда «Дружная Диас ТВ» прибыла на второй международный фестиваль Taste of Minsk. И сейчас мы с Марией разделимся и пойдем смотреть в разные палатки, что же здесь происходит, а потом в конечном итоге вместе встретимся и поделимся впечатлениями. Мне кажется, прекрасная идея. Все здорово, вкусно. Кормят настоящие повара, шеф-повара хороших дорогих ресторанов. Все чинно, благородно. Но я знаю, что те, кто вот сегодня присутствовали, они услышали что-то новое из абсолютно обычных продуктов. Ну, во-первых, это было впервые в Беларуси. Это было впервые со мной. Я массажировал курицу. Скажи, у нее расслабились и раздвинулись ножки. А мясо от массажированной курицы, оно намного, вообще, во много раз существенно вкуснее. Расскажите, пожалуйста, вы на фестивале еды, вы сегодня уже кушали? Нет, пока еще не кушал, не было времени, все пьем и пьем. Вы на фестивале еды, расскажите, пожалуйста, вы сегодня кушали? Я, к сожалению, нет. Целый день работаю, поэтому даже нет времени покушать. Нет. Я сегодня только развлекаюсь, танцую, я пила, но я еще не кушала. Запахи витают приятные, смешанные шашлыки и лилии. Очень хорошо. Было вкусно. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Было вкусно, но мне кажется, на самом деле... Наконец-то под занавес мероприятия свершилось главное, ради чего, собственно говоря, многие гости сюда пришли. Мы все-таки поели. Было интересно, было весело. Но для фестиваля еды... Это фестиваль еды. Да, фестиваль что-то еды. Что-то мы не наелись. I am not trying to seduce you.